Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня моей кошечке стало уже после стерилизации намного легче. Она везде прыгает, ей все нравится, чувствует она себя замечательно. Я счастлива этим. Надо сказать, что и вчера она после наркоза и после операции прыгала везде. Я за ней ходила, я переживала за нее. Но наша кошечка не могла усидеть на месте. Она очень активная. Она всегда была активная. Поэтому и наркоз. Хоть она и не могла, и немножко падала, я ей помогала. Вот. Но лежать она не хотела. Сегодня у нас плюс 17, солнце, сильный ветер. Покажу вам свой наряд. Жилетку сама сшила, юбки сама сшила. Я в жабо-блузке. Стимпанк очках. Со шторочками. Круглые, классные очки. Я их люблю. А вот такая я сегодня. У меня новые очки Oriflame. Очень симпатичные. Мне тепло, хорошо. Блузка фирменная. Из натурального шелка. Вот так. Пока-пока. Надеюсь, вам понравилось.